Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы P6296. Довольно-таки неплохая база, где можно разжиться довольно-таки солидным количеством огнестрела. Так, в прошлый раз я тут тратил две сишки. В этот раз потрачу только одну. Покажу, где еще можно взорвать. Но ради четырех глоков и дробовика мне сишку тратить не хочется. В общем-то, вот за этой вот стеночкой, вот этот вот здесь вот ломаете, взрываете. Тут будет стенд с оружием. И... Нет, тут будет ящик, тут будет стенд с оружием. Там заберете огнестрел. Я же пойду сюда. Мне надо взорвать тут четвертую стенку. Вроде как. Ну ладно, третья, четвертая, без разницы. И вот эти ящики я буду вот раз все открывать. Посмотрю, что тут есть интересного. Так, готово. Эти ящики я сломал, остальные надбил. Давайте смотреть. Вот этот ящик мне нужен, тут огнестрел. Это мы сразу забираем. Теперь. Давайте посмотрим, что вот в этих ящиках. Можно я как-то открою, да? Опа, кстати, очень даже неплохой ящик. Тут есть талоны, которые можно нынче обменивать на дискеты. Это мы сразу все забираем. И можно умирать не надо, наверное, я просто это байк сложу, места хватит. Так, продолжаем лутать. В байке я сложил 5 стаков желтых талонов и 2 стака зеленых. Или 3 стака. 3, да. Так, следующий ящик. Тут у нас карточки, неинтересно. Тут топорик можно взять, еще один топорик. Здесь тепловые датчики, кстати, в тот раз я их забыл взять. Блоки, наверное, оставлю, чтобы поместить остальные. Так, здесь я посмотрел. В этом ящике ничего интересного. Здесь тоже. Здесь тоже. Окей. Так, тут у нас телефоны, флешки. Ну, если кому надо, заберете. Металлолом не надо. Так, а в этом ящике болты. Так, проблема в том, что у меня сейчас 90 с хреном шума. Я не знаю, давайте попробую пару ящиков еще открыть. Мне интересно. Изолента. Датчики. Микросхема. Так, ну я, у меня получилось вроде все ящики открыть. Вы на паузе еще пересмотрите, что где я там нашел. А так, в принципе, очень даже неплохо. Даже с одной сишкой лут забрал очень даже неплохой. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот лут. И я забыл показать, что находится в пикапе, да? Так, тут ничего нет, слава богу. В общем, вот такой вот рейд. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените лайком. Пока-пока. До скорых встреч.